Не бывает волшебства, не бывает, когда тарифы уменьшаются. Мы на сегодняшнем совещании подчеркнули, что «Газпром» инвестировал больше 10 миллиардов рублей в газовую и тепловую инфраструктуру вашего региона. Эти инвестиции должны окупиться. После возврата этих инвестиций, да, можно говорить, и РЭК это знает, об уменьшении тарифа. Не бывает по мановению палочки, когда тариф раз и упускается кратно.